В ближайшее время стартует рейтинговое голосование за объекты, которые будут благоустраивать в 2022 году. Жители Лангепаса, Урая, Когалыма и Покачей тоже имеют возможность озвучить свое мнение. В рамках программы формирования комфортной городской среды жители всей страны самостоятельно выберут территории для реконструкции. Сегодня специалисты готовят дизайн-проекты. Напомним, что в культурной столице Югры за несколько лет были возведены сквер «Метелица», фестивальный, парк влюбленных, обустроен бульвар по улице Мира, а также открыт пляж 60-й параллели. Каждый из проектов проходил общественное обсуждение, окончательное решение принимали сами горожане. В этом году реконструируют городскую набережную реки Ингу-Ягун. Именно эта идея стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Когалыме голосование состоится с 26 апреля по 30 мая. Это мероприятие направлено на выявление территорий, требующих благоустройства в первоочередном порядке. Проведение рейтингового голосования планируется в 2021 году, а реализация проекта в 2022 году. От города Когалыма было заявлено три территории. Первая – это парк «Галактика», которая находится в границах улиц Береговая, Дружба народов и Комсомольская. Вторая территория – это этнографический парк. И третья территория – это сквер «Веритек» около медиахолдинга «Западная Сибирь». Определенного количества голосов нет. Чем больше жителей примет участие, тем лучше, потому что будет определяться одна территория, которая наберет больше всего голосов. Проголосовать можно на едином портале госуслуг, через сайт администрации города и на едином портале региональном горсреда.ру.